Итак, друзья, приветствую вас на канале. Сегодня у нас 22 июля, 19 год. И мы пересекли границу Австрия-Италия по автобану номер 2. Ну, сразу видно, конечно, да? Автомобили, которые ночуют на автобане, что не для Германии, для Австрии вообще-то как бы такой вот табу ночевать. Ну и впереди у нас вот такой вот перевальчик, не знаю, большой, небольшой, ну сейчас высота где-то 670 метров. И мы все-таки поднимаемся помаленьку, ну, внизу горная речка такая небольшая. Кстати, надо, конечно, где-то какой-то паркинг стать, где-то набрать водички питьевой, да и вообще, в принципе, набрать, потому как на выходных чуть-чуть расходовали, то посуду помыть, то так. Что-то там помыть, в принципе, вот так. Ну, надо пополнить запасы. Вот. Ну что. Времени у нас 7 часов утра. Понедельник. Как бы начался. Трудовая неделя началась такая вот. Ну, уикенд был шикарнейший. Я говорю, то есть погодка не подвела. Место дислокации, где мы в этот раз, как говорится, проводили свой отдых, досуг, выбран вообще суперово. То есть спасибо, Слава Житомира, опять же повторяюсь. Не знаю, будет смотреть, не будет. Вот, и... Ну, там же, понятно, нашлись коллеги. Кто-то с Украины, кто-то там с Литвы был, один с Белоруссии, вот, работал в литовской фирме. Ну и были там еще с нами, ну как, ну, на пляже, в принципе, они тоже водители были. Один румын и один молдаван, где-то вот, ну, короче, вот этих, с тех краев, ну, два ребята. Ну, понимали они русскую речь, в принципе, украинскую понимали, то есть... Как-то вот так вот. Вы же видите, туннельчик за туннельчиком, следующий 1200, по-моему, метров. Туннель за туннелем. Видите, как получается. Так, наше направление Удины. Или как правильно. Потерян сигнал GPS. Так, это сообщение о том, что нас приветствуют. Рады нас видеть на итальянской стороне. СМС-ки клапать, сейчас будет тут, да, тут туннельчики такое вот именно. Представьте, а так бы все это по горам бы, вверх-вниз. А так, спасибо, вот проложили такой маршруты, и мы можем свободно, нормально, видите, и скорость как бы не теряется, ничего. Едем, ну, в принципе, 89 я как еду, так и есть. Вот, легковые чуть более, ну, все зависит от того, какой знак ограничения в данный момент, потому что, ну, если сейчас проездное, то, в принципе, как бы нормально. Все это по камерам просматривается, и то ли в автоматическом режиме, то ли в таком, ну, наверное, мне скорее, ну, как бы, я так думаю, автоматика быстрее срабатывает, нежели как человеческий фактор, потому как, ну, сразу один там сидеть за мониторами и все уследить как бы невозможно, и
Единственное, что может быть сигнализирует какой-то вот именно там, я там знаю, там диод или какая-то, ну, что-то там высвечивает, и уже, в принципе, в действие приходит уже ум, разум уже человеческий там, и как поступить в той или иной ситуации. Ограничить движение, там, либо вообще перекрыть, либо еще какое-то, то есть, ну, всякое, это бывает. Так, одни, конечно, туннели здесь, ну, такой панорамы, чтобы я не видел бы, конечно, хотя, может, сейчас вот. Так, что у нас здесь? Грузовым запрещено. Обгон. Кого больше 7,5 тонн. Ну, вот такая северная Италия, это получается северо-восток Италии. Вот заезжаем мы, то есть, как, ну да, северо-восток или восточная часть Италии. То есть с левой стороны у нас недалеко, как бы здесь и Словения, по-моему, опять, а то я сейчас наговорю лишнего и сейчас гляну хоть. Любляна, ну, по-моему, так. Ну, я там еще в этих краях не был, так что, друзья, ну. Ничего, все еще впереди, так что отчаиваться нечего. Настраиваемся только на позитив, на хорошее и на прекрасное. Машинка чуть-чуть сбавляет, видите, на подъемчик мы поднимаемся, поднимаемся, она сама сбавляет. Тяжеловато, потому как везу я 23,5 тонны вес. Кому интересно, ну, скажу так, это алюминиевые такие чушки, вот они как-то так сложены такими вот пачечками, так вот все увязано, как бы, да, и на одной, в одной пачечке, там, я не знаю, 6, и в высоту где-то 1, 2, 3, 4, ну, где-то, не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, где-то 12, около 50 штук где-то в такой пачечке. Приблизительно, вот. И таких вот упаковок, таких у меня, которые ставил с погрузчиком, это 40 штук, вот. Но главное, что по общему у меня не нормально, то есть у меня есть бортовой компьютер, показывает даже по осям нагрузку, что в старой фирме Мани такого не было. Здесь же показывает у меня, сколько на переднюю ось, сколько на прицеп давит, сколько вообще, в принципе, в прицепе у меня, какой вес расположен. Совпадает ли он с заявленными, то, что написано в документах, в ЦМРах. Ну, вот так вот. Даже вот когда выезжаешь, то у своего логиста непосредственно ты сравниваешь, да, с тем, что тебе выдали ЦМР, и потому как, чтобы не было потом проблем вот здесь, где-то, может, сведут, ну, как бы это все измерят меня в движении, там какие-то веса вмонтированы не в пол, возможно, вот, а потом уже на более детальный или доскональный осмотр это уже сводится отдельно, и там уже как бы четенько все взвешивается и проверяется. Ну, как бы моей вины как бы и нету, ну, это проблема тех, кто там грузит, конечно, они должны это все учитывать, тем более знать, в какую страну это везется и как оно вообще там, то есть без перегруза. Хотя некоторые возят, как бы, да, и, ну, ладно, не будем за остальных, конечно. Вот такие вот панорамы, гляньте, как красиво, да? Ну ладно, друзья, то мы так вот одними туннельчиками едем-едем, ну как-то не очень, не камильфо. Ладно, едем далее. Что бы хотелось сказать именно об этой дороге. Видите, она не слишком такая загружена, А2, что противоречие возять ту самую А12, А13, это где Инсбрук, Бренера, Бальцано. Ну, там слишком такое вот именно транзитное такое движение,
насыщенно, сказать бы так, очень. Но здесь, как видите, прекрасно все, свободно, по крайней мере, я сзади у себя грузовиков не вижу, спереди тоже так и не видно. Ну и само отсутствие тоже легковых, как бы это тоже сказывается. Вот, и... Ну а дорожка, в принципе, асфальтик хороший, прекрасен. Машинка катится. Так, видите, наверное, пошли мы на спуск. Значит, высота где-то здесь 775 метров над уровнем. Вот, то есть, возможно, это... Допускаю, конечно, сейчас какой-то небольшой спуск, потом опять может быть подъем. Но посмотрим, посмотрим дальше. То есть, если же ничего не изменится, то как бы 775 на таком переходе, вот именно здесь, это можно зафиксировать. Вот. То Больцано, Бренеро, вот... Ну, Бренеро переход, да? Там 1300... с копейками какими-то, вот так вот. Потерян сигнал GPS. Туннели, туннели. Так, ладно, пока прекращаем. Ну, вот такие еще панорамы сейчас как раз просматриваются красиво, да? Идем мы немного на спуск. Скалы. Такое вот закругление. Ну, красиво, красиво. Видите как. Хотя есть альтернативная дорога еще. Вот пока по навигатору, то есть не автобаном, а понятно, вот низом. Вот, ну, там же все-таки какой-то вот есть и производство, смотришь. И живут же, в принципе, в такой вот долинке. Понятно, что на скалах, на горах вот так там тяжело, мне кажется, построиться опять, если крутые такие вот. Хотя некоторые строятся, с фундамент усиливают как-то, и я не знаю, тяжело вообще, да, кран там пригнать, как говорится, то есть залить какие-то балки, перекрытия, как-то что-то там делать. Это все стоит денег. Соответственно, вот в таких местах жилье, оно немного ценится, но зато, конечно, ну, виды потрясающие. С другой стороны, знаете, так, день-два, это так просто, когда ты поменял чуть-чуть какую-то картинку для глаз, это вот, ты этим, ну, любуешься все, а потом, конечно, в дальнейшем это просто, просто как бы, ну, привыкание такое, если ты адаптируешься к этому. Скорее всего, такие места сдают как больше для туристов, для каких-то там, кто просто ездит, перемещается, вот, там, с места в место в каком-то вот. То есть для них вот как раз оптимально, и мне кажется, для них это все предусмотрено. Сдается какое-то вот помещение, домик, да, вот человек там на недельку его. Потерян сигнал GPS. То ли арендовал, то ли заплатил как бы то там посуточно или, ну, в таком плане. То есть. Ну вот так вот. То есть своего рода такой вот бизнес-план, да, построить в горной местности на вершине какой-то там домик и его сдавать для приезжих. Самое, ну, я считаю, как бы неплохо даже, то есть такой прибыльно, да. Ну, для этого нужна реклама, нужно, чтобы знали, чтобы еще, ну, короче, многие факторы, которые влияют на то, чтобы потом в дальнейшем этим зарабатывать, как-то окупилось оно это все. Ну, это так, это уже другая сторона медальки, а так... Так, вот все это пока. Такая мысль незаконченная какая-то вот.
разные туннели, туннельчики, видите, ну, ну что сказать. Друзья, мы в Альпах. Вот это настоящие Альпы, в принципе, да. Может, какая-то там ветка как-то называется, вот эти меняются, чередуются из хребет какой-то такой, там-то еще какой-то. Но это уже не столь важно. Ладно, едем далее. Опять продолжаем. Вот такие вот еще красоты. Как красиво видно, да? Мы скалу уезжаем. Внизу водичка, но сейчас, видите, лето, после, наверное, когда весна. Вот здесь такой разлив, мне кажется, широкий очень, потому как вот это вот камни, это все, ну, русло такое вот заполняется, потому как движение очень массивное. Ну, сейчас все равно есть, но такое, оно не прекращается, водный поток. Ну, потому как весна все-таки, да, сползается все это с гор, омывается, все это течет в речку. Ну и далее уже впадает моря, в принципе, как обычно идет круговорот какой-то в природе. Так вот. Потерян сигнал GPS. Одни туннельчики. Ладно, едем далее. Да, здесь можно снимать не переставая, как обычно, да? Справа стадиончик, кстати, водичкой поливается травка даже, вот спортивный стадион, шланги вот видно было, ну, справа, то есть проехали. Так, ограничение здесь что-то вот 60, сужение на полосу, так, да. Для меня, мне кажется, когда мы скорость немного у нас меньше, все-таки рассмотреть это будет намного лучше, красивее. Вот. Передач красные, серая такая вот вышки, они как-то тут обходят эту гору, получается, видите, как получится, наверх и дальше. Так, ну мы же едем далее. Как вам здесь будет видно, но видите, чем ниже мы спускаемся, тем чуть-чуть шире становится вот водный поток, потому как и присоединяются снега ручейки этих. Так, меня даже обгоняют там, где он запрещен. Ну, пускай едет. Здесь хорошо видно, так за справа вам, конечно, за кустиками не видно, а так вообще местами это можно увидеть. Ну, здесь широко так разливается именно вода, то есть текучесть или как, или продвижение ее вот на какой там столько там кубометров воды там минуту, или как там правильно считать, здесь будет здорово. Да уж. Вот.
ничего, я думаю, что все впереди еще. То есть мы этими местами еще будем ехать и зимой, и там осенью, и весной. То есть, так что полюбуемся мы в любое время года и так, и так. Есть с чем будет сравнивать. Здесь хорошо видно, да? Разгули такой, раздол. Ширина такая. Вот как-то так. Так, надо сейчас заехать на паркинг. Но опять же водички набрать, не знаю. Потом не получается, я стал и, ну, нету краников, не нашел я. Пока мы здесь в горах, мы должны набрать водички, потому как в Италии она-то есть, но, ну, не такая как бы вкусная, как бы сказать, да. Вот так вот. Ладно, едем дальше, друзья.